Добрый вечер! Это Стив Кауфман. Сегодня я хочу с вами говорить по-русски. Последние несколько недель я раз в неделю я говорю на одном иностранном языке. Я уже это делал по-китайски, французски, японски, португальски и сейчас по-русски. Но я очень хочу объяснить, почему я изучал русский. Это все начинал 7 лет тому назад. Я в юноше, когда у меня было, 16 лет, мне очень нравилась русская литература. Толстой, Достоевский, Тургенев. И я всегда хотел читать эти книги на русском. Это был один очень важным причинам. И потом, потому что я изучал много языков, русский стал моим 11-го языка, и я всегда не очень беспокоиться, или я не очень сосредоточился на грамматике. Почему? Поскольку, когда у меня нет никакого опыта с языком, все эти объяснения, это очень трудно. Очень трудно понимать, очень трудно вспомнить. Но после того, что у меня есть опыт, если я смог много читать и слушать, но когда я читаю эти грамматические книги, я немножко понимаю, и я могу немножко вспомнить. И поэтому, когда изучаю, 80% времени я читаю и слушаю. И это тоже был случай на мое изучение русского языка. Когда я начинал, я слушал, конечно, очень простые уроки, но после нескольких месяцев я начинал читать и слушать аудиокнигу Толстого «Крейцерова соната», потому что это короткая книга, это не «Война и мир». И я был в Риге один раз, я купил там аудиокнигу, и я это много-много раз слушал. И потом был «Отцы и дети» Тургенева, и тоже я нашел аудиокнигу. И тексты я могу найти в интернете и импортировать на линк, мой сайт для изучения языка, и там читать и сохранять слова и фразы, которые мне нужны. И это я делал в течение много лет. 5 лет. Я начинал, когда у меня было 6-10 лет. И в течение 5 лет каждый день я слушал русский. 1 час, иногда я не слушал, потому что был в отпуске, в машине, или когда я, работаю в доме или что-то, я всегда слушал. Последние два года я больше всего занимал чешском и корейском и португальском. Но прежде, я могу сказать, 5 лет был сосредоточен на русском.
И это после или кроме литературы я нашел очень интересный веб-сайт, который называется «Эхо Москвы». И там я могу слушать и читать. И я могу импортировать и звук, и текст до наш сайт. Линк, где я могу использовать это интервью, это содержание для того, чтобы выучить самый язык. Но я не только выучил немножко русский, но я много узнал о России. Потому что в «Эхо Москвы» есть не только точка зрения Венедиктова или Ганапольского, но тоже там приедут в гости, как его зовут, есть там империалист, как его зовут, Проханова, или там коммунист Зюганов приедут, и представитель Думы, ну, много. И есть тоже программы о истории, о экологии, о экономике, много-много вещей. Поэтому я могу сказать, что прежде чем я начинал выучить русский, я почти ничего не знал о России. И сейчас я немножко знаю. И я думаю, что это самая важная, как это сказать, последствия. Когда мы изучаем язык, это не только способ общения, это не только способ коммуникации, это окна, это дверь, которая открывается и нам позволяет открыть новый мир. А, между прочим, вот, я вам расскажу. Несколько дней тому назад я был в одном магазине здесь, в Ванкувере, который называется «Русский мир», потому что я довольно часто там покупаю книги, или потому что мне очень нравятся советские фильмы, и там я могу купить DVD в фильме из советского времени. А там дама, которая является владельцем этого магазина, она мне сказала, что Матвей Ганапольский из «Эхо Москвы» будет в Ванкувере и будет там сдавать конференции. Но я слушал я очень-очень радовался. И я не только решил, что буду участвовать в конференции, но когда я вернулся домой, но я немедленно послал имейл Ганапольскому и сказал ему, что хочу им пригласить на обед или ужин во время его пребывания в Ванкувере. Но я не получил ответ, но несколько дней спустя получил звонок в доме. И был эта дама из «Русский мир», и она мне сказала, что Ганапольский находится в магазине и хочет со мной говорить. Ну, я говорил с Матвеем Ганапольским, голос, который я слушал в течение 5 лет, и он мне сказал, что он будет в центре города несколько часов. Если у меня есть время, я могу с ним встретиться. Но, конечно, я пошел там и с ним встретил, и мы говорили
Значит, он говорил, я слушал, потому что это очень-очень горячий человек, очень-очень энергический, очень дружественный. Он много-много говорил о ситуации в России. Я спросил ему несколько объяснений о все, что сейчас происходит в России. Было очень интересно. Но это один пример, насколько изучение языка может быть интересно, может носить много-много преимуществ. Для меня открыть русский мир последние 6-7 лет это стал большая часть моей жизни. И я думаю, что если мы все будем пытаться выучить друг друга, заимствование наши языки, я думаю, наш мир будет немножко более идеально, менее спорный. Я не знаю. Но все-таки мне очень нравится русская культура. Это очень горячий, много спор, много контроверсий, да. И это очень интересно посмотреть. Но я надеюсь, что я желаю вам удачи на ваше изучение языка, не только английского, но и французского, китайского, что угодно. И хочу, что мы можем встретиться в Линке тоже. До свидания. Спасибо за то, что вы слушали меня, и до следующей встречи. До свидания.